Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о новых вывозных рейсах из Таджикистана в Россию. Список рейсов опубликован в телеграм-канале министерства. Так, с 21 августа до 30 августа из Таджикистана в России планируется осуществить 25 рейсов. 21 августа планируется 2 вывозных рейса из Душанбе в Петербург и Краснодар. 22 августа граждане смогут отправиться по маршруту Душанбе-Москва. 23 августа полетят 2 самолета из Худжанда в Москву и из Душанбе в Пулково-Санкт-Петербург. На следующей неделе, в понедельник, 24 августа, из Душанбе отправится сразу 5 самолетов в течение дня в Москву, Казань, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск. 25 августа отправится 2 борта из столицы Таджикистана в Москву и Петербург. В среду, 26 августа, будут выполнены вывозные рейсы из Душанбе в Краснодар. В четверг, 27 августа, будет отправлено 2 самолета из Худжанда в Москву, а из Душанбе в Екатеринбург. 28 августа запланированы рейсы по маршруту Душанбе-Москва и Душанбе-Петербург. На следующий день, в субботу, 29 августа, граждане смогут сесть на рейс Душанбе-Санкт-Петербург. 30 августа по плану должно быть осуществлено 4 рейса из Душанбе и Худжанда в Москву, из Душанбе в Екатеринбург и Новосибирск. Номера рейсов и точное время вылета еще не определены и будут сообщаться дополнительно. Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с Таджикистаном и другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, на которых на родину могут вернуться россияне, члены их семей, а также граждане Таджикистана, имеющие вид на жительство.